Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Татьяна Навка вместе с семьей провела день в парке развлечений, трогательные сюжеты с отдыха она показала в своем микроблоге. Видишь, какой большой, как настоящий. Потрясающая экспозиция. Не так давно Татьяна Навка побывала в Санкт-Петербурге, где смогла развеяться и покататься на катере. А 6 июня она вместе с мужем Дмитрием Песковым сводили дочку в парк развлечений «Сказка». Поклонники восхитились семейной идиллией. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.